Всем привет! С вами ваш переводчик Асылхан. И сегодня у нас еще один новенький на канале. Зовут его Али Хайдер. Он из Пакистана. И я вам скажу честно, это самый отъявленный матершинник, которого я когда-либо переводил. Всем приятного просмотра! Всем привет! Добро пожаловать на канал. Это Хайдер из Пакистана. Это канал BEDEX. Я недавно смотрел эту удивительную певицу из России, Дианас, и видел ее выступление. Она просто вынесла мне мозг, и кто-то в комментариях написал мне про Димаша. Куде Баган? Барзан? Надеюсь, я произнес это правильно. И потом, когда я увидел его на обложке, я вспомнил, что слышал пару его песен. Но это было очень давно. Я сам пою, хотя стараюсь не упускать такие вещи. Но вот это выступление я буду смотреть в первый раз. Вот это контроль! Ёпта, мурашки, букашки. Мурашки просто везде. Даже вокруг моей скрипучей ключицы. Вокруг моей шеи. Вот в этом месте. И это как только он начал петь. Как это? Посмотрите на все эти эмоции на его лице. Да какого кукуя? Не-не-не-не, надо повторить. Какого черта? Он же начинает с самого низкого регистра. А потом он переходит в смешанный голос. А потом что? Головной голос? А ща он где? И батька бы мой тут прифигел. Запарили меня уже эти мурашки. Они в каждой трескучей клетке. Ёпэрэсэтэ, это длится всего 1 минуту 14 секунд. А меня уже насквозь промурашило. Да что за хэ? Извините, я обычно не такой в своих других реакциях. Просто я настолько воодушевлен, потому что происходит нечто удивительное. В общем, смиритесь с этим. Если вы видите меня таким, в первый раз. Да это ж даже звучит как-то нереально. Это нереально. Короче, мне лучше заткнуться. Точняк, бро. Это ж мое лицо. И опять вниз, звездануться. Спокойствие, только спокойствие. Он же был долбануться как высоко. Офигеть как высоко. Это был грудной голос. Он забрался так высоко грудным голосом. Чикануться как высоко. И потом в секунду он опустился в самый низ. Это ж очешуеть.
Я не шучу, ребята. У меня сейчас башка треснет. Просто когда я делаю вот так. Я не знаю, может у меня получается какая-то стрёмная физиономия, но его голос заставляет меня строить все эти перекосившиеся рожицы. И у меня уже лицо болит, не то что голова. И это уже не шутки, мать вашу. И этот парень переходит вот оттуда, вот до отсюда, смешанным голосом, грудным голосом, головным голосом. Вот честно, хрен его знает, как он это делает. Я не собираюсь сидеть здесь с умным лицом и делать вид, будто я понимаю это. Я не в состоянии комментировать такое. И этот инструментал на заднем плане. У меня такое же лицо, как у того парня. Посмотрите на его глаза и на эти эмоции. Блин, там люди плачут. Я даже не представляю, каково это слушать его вживую. Вот опять, он начал отсюда. Мне нужно еще раз убедиться. Ребята, он начал отсюда. Потом пошел сюда. Это грудной голос в миксе. А потом... Я немного шарю в этом. А потом он что? Перешел в головной голос? А потом фальцет? И это обуревшая разбежка. На такой, мать его... Высине, вышине или высоте? И все это на одном дыхании. На одном, черт меня люби, дыхании. Слушайте. У меня что-то со светом. Да и хрен с ним. У меня трещит башка и горит лицо. Мне нужно немного осадиться. Димаш. Я думаю, это было одно из самых лучших выступлений, живых выступлений, которые я когда-либо слышал от человеческого существа, включая выступление Дианы. Она, конечно, тоже хороша. Но это просто какой-то другой уровень. Как по мне, он здесь охватил все, что можно. Просто все регистры. Мне кажется, здесь было все. Каждая нота. Это было за гранью удивительного. Я в полном недоумении. Эта песня однозначно теперь будет в моем плейлисте. Ну и... Как вам новый реакционер? Не забывайте поставить этому видео лайк. Также не забывайте о том, что в зависимости от того, сколько просмотров, сколько лайков, сколько комментариев на видео, я сужу о том, стоит ли переводить данного реакционера дальше. Всех обнял, всех люблю. Пока!